Я как-то слышал и не раз вот этот шуточный рассказ, но он по смыслу очень важный, и в роли сей, быть может, каждый. Итак, жил-был Славко Мирской, нашел он в мире свой покой, был парень молодой, богатый, да плюс был выгодно женатый. Друзей имел кутеж, вино, жил на широкую ногу, но он встретил странника в саду. Решишь ты все, имей в виду, сказал старик, я смерть твоя, и не шучу с тобою я. 3 дня твой срок, и все, конец, быстрее выбирай венец. Тебе ждан выбор, выбирай, налево ад, направо рай. Нейтральной зоны душам нет, есть славик только тьма и свет. Христу спеши ты за советом, стоит он у твоих ворот, тебя Господь сегодня ждет. Итак, прощай, старик сказал, а Славик тут же застонал. Что быть? Как значит, выбирай? Куда пойти? Понятно, в рай. Пошел, и вот волчинки дом молитвы. Кто что, кто плачет, кто поет, кто разъяснение другим дает. А что здесь, мол, баня, коридор, преддверие в рай с недавних пор? И наш Славко затасковал. Какая скука, он сказал. Пойду-ка я посмотрю, как там в аду, потом умру. И вот дворец, окно в окно. Добро пожаловать, Славко, ухода девушки, краса, улыбки, просто чудеса. Их славы к девушке спешат, лукаво, горько им кричат. Столы, яства, вино, банкет, несут живых цветов букет, а там внутри гремит баян, сюда, сюда кричат. Оркестр тут ему сыграл, там кто-то слава заорал. Ты наш герой, ты молодец, медаль ему и конец. По слову, странник вновь пришел, и Славика пьяным он нашел. Сказал с печалью, умирай, иди ты в ад, коль скучен рай. Его Славко уже в аду вопит, о боже, пропаду, я выбирал не этот ад, где тот, что был, баян, цветы, о боже, не молчи, где ты? Ему ответил сатана, теперь молитва не нужна, там один путь был, дверь в ад, теперь возврата нет назад. Пропел ты душу мне, арка, и дал ему еще пинка. Мораль, казалось бы, проста. Кто не нашел еще Христа, кто медлит, к Богу не идет, тот, как и Славик, пропадет. Аминь.